Едем на юг, а именно в Анапу. Только выехали с Питера. Буквально здесь километров 100, наверное. Может, чуть больше проехали. Здесь стали на площадке. Здесь каждые, наверное, километров 20. Такие площадки, где туалет есть. Всякие беседки, скамейки. Можно здесь отдохнуть. Поедем дальше. Выехали в 3 ночи. Ну вот, июнь, белые ночи, поэтому вот так светло в 3 ночи. Доедем, собираемся доехать до Воронежа, там переночевать, потом уже от Воронежа до Анапы. Погода классная, свежо, но воздух такой чистый, хвоей пахнет. Вот такие туалеты сделаны, каждые где-то 20 километров, более-менее чисто, туалетная бумага даже есть. Здесь вот можно полотенце взять и руки вытереть. Чего застряло? Кто-то уже грязи нанес сюда. Все, едем дальше. Машина аж просела от груза. Доехали до следующей остановки. Здесь на Лукойле. Тут заправка, кафе, детская площадка. Сейчас немного походим, дальше поедем. Доехали до Москвы, тут остается пару километров до МКАДа. Остановились на такой площадке для отдыха. Здесь Лукойл. В общем, то же самое, что и там где-то было. Вообще тут в Московской области эту М11 трассу халтурно сделали. Площадок для отдыха нет. Вот это единственное здесь, МКАДа. Освещения нет, в общем. Не доделано. В общем, самый простой участок из всего пути мы проехали. Сейчас там, наверное, все москвичи ринулись на дачу по М4. Будет пробень. Посмотрим. Там дальше уже М4, она такая будет. Хуже, чем М11. Намного. Особенно Ростовская область. Уже на М4. Опять на остановке Лукойл. Сейчас пойдем здесь гриль-кафе, посмотрим, что там есть. Доехали до Воронежа, заселились в гостиницу. И тут рядом кафе, свадьба идет. Тамада там песни поет. В общем, почти 1300 километров за сегодня проехал. Расход средний на этот путь 7,7 литров на 100 километров. Компьютер показывает бортовой. Завтра тоже рано выезжаем. И уже до Анапы. Лепешку принесли. А шашлык еще жарится. Что, вкусная картошка?
анализа. Вот и шашлычок принесли. Ничего, такой вкусный, да? Нравится? Веселье продолжается. У нас тут живая музыка. Следующая ночь. Выехали из Воронежа. Сейчас на заправочку. Заехали. Кофе взял. И поедем на юг дальше. Проезжаем Каменск-Шахтинский. Там слева ветряные генераторы. Вот. Целое поле. Вращается. Вот здесь, в Ростовской области, это просто дорога, кошмар. Вся в ямах. Все кривое. Там, где в Каменск-Шахтинском, этот мост несчастный уже лет, наверное, 10 ремонтируют. Одну сторону сделали, так она уже вся в дырах. И все разваливается. Типа вторую сторону делают. Заехали в Ростов. Едем по району Аксай. Только не видно Аксайнам. Где здесь Аксайнам? Вот, наконец, подъезжаем к Анапе. Осталось буквально пару минут. В общем, в итоге от Воронежа проехали 963 километра. Средний расход на весь путь 6,4 литра на 100 километров. Вот. В общем, скоро уже будем на месте, где у нас там пансионат. Через такие там ехали. Вот эти последние, где с М4 сворачиваешь, и вот эти станицы. Такая там таракань. Петляет. 300 километров. Через 1 километр круговое движение. Тут такая инсталляция есть. Круговое движение, написано город. Город-курорт Анапа, пожалуйста.